Еще буквально недавно они ужасно нервничали и посылали к черту всех, кто желал им ни пуха, ни пера. А сегодня это самые умные и трудолюбивые выпускники школы Ивановской области. Станислав Воскресенский встретился со стобальниками. 32 человека написали ЕГЭ на высшую отметку. Больше всего отличников по русскому языку. Их 13. 6 по математике и химии, 5 по физике и обществознанию, по одному по истории и биологии. Сабрина Саметова, выпускница школы номер 14 города Иваново, как раз та единственная стобальница по биологии и единственная на всю Ивановскую область, кто получил высший балл по двум предметам сразу. Химию девушка тоже написала на 100. А занимался сейчас много, 1,5-2 часа в день. Вот. Когда я узнала, для меня, конечно, был шок. Я вообще не ожидала, что мне будет хотя бы по одному предмету 100 баллов, не то что по двум. Первая мысль была: ну все, ты точно поступишь.